Здорово, бодяги, с вами Бродяга. Короче, сразу говорю, подписывайтесь на второй канал. Там авторский контент уже вышел. И постоянно будет выходить авторский контент. Прошу поставить там на колокольчик. Это моя единственная просьба, которую я вас, блять, прошу за всю свою жизнь гребаную. Вот. Поэтому, пожалуйста, прошу, сделайте это ради меня. Хотя вы ради меня, блять, ничего не сделаете, наверное. Нет, ну это хотя бы, ну... Лёша, я не понимаю. Так, громко очень. Понимаю. Ты что, увольняешь меня? Это я сечу Олежа, как снимали все клипы. Да-да-да-да. Но я же снял почти все твои клипы. И я хочу снимать их дальше. Ага. Подожди, давай вспомним, что я сделал не так. Камера, мотор, начали! Кто наблевал? Я нечаянно. Ясно. Убрать за ним блеванину. Федя, стой спокойно. Не нервничай. Девушка, волосы поправьте, пожалуйста. Сука, опять нажрался. Так, ЛДЖу больше не наливать. И актрисам тоже. Кто-нибудь, отберите у него эту лапшу. Господи, да не плачь, а. Верните ЛДЖу его лапшу. Я люблю покушать. Осторожно, камеру не разбей. Девушка, вы живы? Кажется, нет. Уберите, пожалуйста, труп со съемочной площадки. Федя, ты куда? Я устал, все. Хорошо, я больше не буду отнимать у тебя лапшу. Лапшу, да. Ура. Что тебя еще не устраивает? На второй канал подписывайтесь. Ссылка в описании, авторский контент, потому что там выходит. Уже вышло первое видео. Скорее погнали смотреть. И колокольчик ставьте, это очень важно. Хотя я знаю, что вы нихуя не сделаете. Я в этом уверен. Как ты хочешь снять этот клип? Вот хорошо сказал. Значит, работаем как обычно. У меня все най. Он опять пьяный. И оператора, походу, напоил. Я хочу покушать. ЛДЖушка, открой ротик. Ам-ам-ам, ням-ням-ням-ням. Ты чего там? В грязных кроссовках ходишь? Я больше так не буду. А теперь вытирай за собой. Я сейчас зуба чищу. Стоп! Снято! Я поехал к сучкам. Сука! Вот хорошо он сейчас придумал, серьезно. Эй, док! Он сел в Делориан. Отправьте его в прошлое! Пока! Матушки обосратушки! Сратушки, блять, обманатушки. Эй, куда вы меня отправили? Ты кто такой? Поиграем в ладошки? Ты проиграл. Окей, я больше не буду отправлять тебя в прошлое. Бля, я не могу. Ладно, это нормально. Что тебе еще не понравилось? Чё только, блять, с ЛДЖу он не сделал. Ха! Эй, мужик! Классные усы! Пошел на... Жизя, налей мне соку. Может, морсику? Его моя бабушка варила. Хочешь? Ага. Кому еще налить? Да ты всем наливай. Как-то он странно пахнет. Ты, внучок, дурак дурацкий. Этому морсу уже 30 лет! Мне хреново. Я больше... Вот этот звук, кстати, из Left 4 Dead 2 вроде бы, если я не ошибаюсь. Ну, или просто из первой части. Не буду никогда никого угощать своим морсиком. Это все... Ой. Классные кроссы. Это тоже твое? Положи на место. Ладно, ладно. Бутылочку не выкидывайте. На нее сценарист хочет присесть. Ты готова ехать? Нет. Отлично! Погнали!
Матушки обосратушки. Куда мы едем? А хуй его знает. Лёшенька, одень, пожалуйста, шлем. Я прическу испорчу. Стоп, а как он вообще едет? Он же слепой. Что за херня? Зачем я на это согласилась? Ладно, остальные кадры мы дорисуем. Лёха? Блять, как? Как он до этого додумался? Как? У меня все найс. В том происшествии виноват ты сам. Ну да. Камера, мотор, на... Получи! Нахуй! Ай! ЛДЖ-юшка, помоги! На меня напал скриптонит. Он надел на меня какой-то парик и мешает мне снимать клип. Ай! Скриптонит. А спой, пожалуйста, песню «Это любовь». Я опять на районе потерял себя в одном... Я ненавижу эту песню! Лёшка, он меня убьет. Приезжай и спасай. Я беру Пикачу и к тебе лечу. Я беру Пикачу. Он сказал, что скоро придет. О, фонарь. Хочешь морсику? Сам пей эту дресню. Да, дресня. Так, ладно. Не, тебе не к нам. По-любому, блядь, сейчас Ольга Бузова будет. Ой, простите. Ну давай. Привет, не обращай внимания. Это я морсик дегустировал. Файт! Я беру Пикачу и к тебе лечу. Хорошо. Я больше никогда не буду просить тебя о помощи. А ну слезай с крыши! Не, я сегодня Карлсон. Я и не знал, что любовь может быть жестокой. Да. Хватит мою антенну шатать! Вредюга! Я нечаянно. Бабушка, вы калаш обронили. Спасибо, милок. Давай, прыгай отсюда! Я тебе... Чё за хуйня? Я поговорил с бабулей. В общем, ты можешь скакать по крыше сколько тебе угодно. Ха. Лёшенька, ты ушки почистил? Да, вроде. Перестань чавкать! Ну, мне, кстати, нравится эта песня, хорошая. Мне акваланг нужен, бэйби. Вот это вот. Каждую, чё-то, блядь, минуту с тобой это угнетение или погружение, хуй знает. Скажи ему! Выплюнь жвачку, ты задолбал уже. Эй, не спи! А? К нам хейтеры пожаловали. Я беру водомет и стреляю тебе в рот. Стоп! А где пули? Почему водой стреляют? Ха-ха-ха! Не попал, не попал. Же мозгов нет. Все пули съел ЛДжей. Ам-ам-ам. Лёша, осторожно. Это реакция на наш клип. Ты кунилингус бой. Я беру водомет. Это типа, знаете, Пикачу. Ой, какой, блядь, Пикачу, чё я нахуй несу? Это типа настоящие пули, но он взял и разрезал их. Ебать, опасный. Стреляю тебе в рот. Хейтеры больше не придут на съемки. Я обещаю. Ха. Лёша, убери посторонних со съемочной площадки. О, божечки. Ивлееву захватил огромный федук. Федук ван лав! Не-не-не, я не думал, что он так сделает. Нормально. Тоже. Все, обеденный перерыв. Детка, закажи мне Калифорнию. Я навсегда это запомню.
Я очень люблю роллы. Роллы, 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 роллы. Ам-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-ням-ням-ням. Ой, кажется, я обожрался. Роллов на обед тоже больше не будет. Звук телеграмма раннее утро. Твои слова режут как бритва. То, что мне нужно. Ура! Это все? Да. Я остаюсь твоим режиссером. Да-да-да-да. Ну все, замечательно. Это наш 10-й клип с Эл-Джеем. Мы с ним стали уже друзьями. Сейчас я ему позвоню. Сука, везде зубы чистят. Звоню. Пошел нахуй. Лёшка, ты не занят? Нет. Сижу, пержу с Ивлеевой. Это не Ивлеева. Чё? Он в этих линзах вообще ничего не видит. Вообще. Настя, это ты? Нет. А... Я тоже не Настя. Лёша, съешь чернику. Это полезно для зрения. Он очень много жрёт. Поэтому на съемках мы надеваем ему намордник. Нахуй, что ли? Но он все равно умудряется сожрать всю еду на съемочной площадке. Скорпион wins. Вся съемочная... Не, знаете, он еще мог быть похож на Саб-Зиро. Вся группа была в восторге от работы с Лешей. Снимаем клип Эл-Джею. Вы с Эл-Джеем идете в жопу, а я иду домой. Я просил его загримировать, а вы превратили его в Sayonara Girl. Во время съемок никто не пострадал. На меня падает камера, помоги! Машину для клипа я одолжил у одного мафиози. Если с тачкой что-нибудь случится, я тебе оторву усы! Блять, не, ну это жестче было. О, фейк-такси. Я один понял прикол или нет? Ты куда так спешишь? Домой! Фейк-такси, блять! Боже мой! Олеж, даже эту молодец! Плохой, Эл-Джей! Плохой! Плохой! А ее еще можно починить? Разряд! Нет, как бы нихуя нельзя! Только если в ремонт отвозить. Прощайся с усами! 40 тысяч лайков, и мы вернем Олеже его усы. Один лайк, один усик. Короче, не, мне понравилось. Я лайк влеплю. Короче, у меня просьба это подписаться на второй канал. Потому что там авторский контент. Ну, блять, ну поймите, это важно. И скоро выйдет второе там видео. Поэтому спасибо большое за просмотр. Подписываемся на второй канал. Ставим колокольчик, это важно. И до новых видосов в Бразилии. Да.